Итак, я прилетела в Нью-Йорк, наконец-то встретила мою подругу. Мы еле как добрались до нашего апартмента. Мы, короче, сняли апартмент через Airbnb. Да, и вот ждем, пока хозяин нам откроет. Вот. Этот район вроде бы красивый. Вот такой здание. Очень хороший, на 82-й улице. Да, близко к центру парка. Самое главное. Да, 3 ночи, 3 дня. Посвящено только нам. Мы наконец попали в свой апартмент. Кстати, когда мы апартмент взяли, точнее, отдельную комнату через Airbnb сайт, который очень популярен сейчас в Америке. Получается, в обычный дом заходишь, только они дают тебе отдельный дом, точнее, отдельную комнату. Вот. И очень здесь классный, и район очень классный, и кухня классная. Кухня классная. Да, светлая, как мне нравится. Алина выбирает, что одеть. Мы забудем, что здесь кто-то еще ждет. Что? О, oh, е. Yeah. Думаешь так? Е. Yeah. Я знаю, что он хочет одеть. Вот, ребята, мы сейчас собираемся встретиться с девочками тоже из Кыргызстана, из Казахстана вроде бы. Вот, мы хотим поехать в какую-то кафешку, посидеть, пофоткаться, ну вообще пообщаться. Мы давно не разговаривали с Ириной, так что I'm so excited. Вот. Поехали со мной. Алина, не можно открыть дверь. Вот. Мы направляемся в East Village. И будем там. Да, снимает пыль. Вообще, мы как ненормальные с камерами. Вот. Мы куда вот так идем, да? Мы вот так идем, да. Вот, самая главная причина, почему я хотела приехать, это была Алина. Потому что настолько осталось историй невысказанных, за последние два года так невысказанных. Короче, нужно высказаться, рассказать все, что мы чувствуем, как мы чувствуем. Хорошо живет, ребятушки. Может, реально живет? Очень похоже, где та женщина живет. Имя не помню. Короче, когда мы с Алиной прилетели первый раз в Нью-Йорк, мы прилетели под вечер, и мы, получается, так хотели что-то попробовать, английского почти нету. Пошли куда-то взять. Баскина Робинс, что ты гонишь? Баскина Робинс. Макдональдс взяли ее. Не, Макдональдс. Френч фрайс. Да, не, еще вы помнишь, взяли такой холодный, который мы ели, как выпили. Это Баскина Робинс был. Это был милкшейк. Мы, получается, взяли, нам так понравилось, но было очень холодно. Вот, потом мы. Алина решила. 5 часов утра или 4 часа утра поехать в Манхэттен. Месяцы, которые занимаются целый час. Короче, она решает 5 утра поехать в Манхэттен. Меня взяла, я спать хочу, я только прилетела. Я сколько, 13 часов летели, она заставила меня пойти в Манхэттен. Не, она говорила, давайте, пожалуйста, я так мечтала о Нью-Йорке, ребята. Я такая, ладно, брат, респект. Я схожу с тобой. Ой, собачка такая классная. Ну что, тебе же понравилось? Да, мне понравилось. Но там тогда мы увидели только ночной, как бы ночной Нью-Йорк. Из-за этого... Только по пятому, наверное, не погуляли. Да, только по пятому погуляли.
Вот. Так, здесь темно, начинать, я вырубаю. Джалабаде жила, по крайней мере, они. Модели живут. Весь виллэдж. А, здесь в основном модели живут. Здесь, если честно... Я опять неправильно сказала. Чего сказала? Они живут с Зохом все. А весь виллэдж — это такой студенческий район. А, окей. Студенческий район. Сейчас с руфтапа, теперь домой едем. 11 часов вечера, но мне кажется, уже 2 часа ночи включает. 3 часа ночи, что хочется домой уже. Вот, мы на... Классно провели время. Да, классно провели время. Вот. Я хочу спать, вот,